Одним из самых острых вопросов международной повестки дня остается ситуация в сирийском Идлибе. Как отметили в начале сегодняшней встречи российские и турецкие лидеры, она требует прямого разговора. Готовы ли в Анкаре прекратить военные действия против сирийской армии? Реджеп Тайип Эрдоган согласен с необходимостью шагов и решений, которые облегчат ситуацию. Владимир Путин подчеркивает, что Россия выступает за территориальную целостность Сирии. Однако Анкара нарушила сочинские договоренности и вступает в противостояние с сирийской правительственной армией.